Восьмая пара весовой категории 70 килограммов. Я приглашаю в октагон гостя из Таджикистана, город Душанбе. Команда Touch Fighter. Абдулло, Волк, Асламов. Абдулло Асламов приглашается в октагон по прозвищу Волк. 25 лет, 176 сантиметров, 3 победы, его профессиональный рекорд. Является мастером спорта международного класса по боевому самбо, чемпионом Азии по панкратиону, чемпионом Азии по боевому самбо, победителем международного турнира по ММА Исмаила Самани 3. Да, прозвище Волк. Уже сегодня мы видели Волчонка, теперь настала пора Волков. Да, львы у нас сегодня были. И еще будет. Прямо сейчас. Красный угол. Я приглашаю казахстанца, город Алматы, команда Алаш Прайд. Ерлан Лев Тлеумбетов. Да, как я говорил, Ерлан Тлеумбетов по прозвищу Лев. Опять представитель команды Алаш Прайд. 24 года. Рост 178 сантиметров. Небольшой послужной список в ММА, скажем так. Один бой, одна победа. Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу. Двукратный чемпион мира по джиу-джитсу. Победитель международного турнира по смешанным единоборствам Алаш Прайд FC 2014 года. Боец команды Touch Fighter из Душанбе, Таджикистан. Возраст 25 лет. Рост 176 сантиметров. Рекорд ММА 3 победы, 0 поражений, 0 ничьи. Мастер спорта международного класса по боевому самбо. Чемпион Азии по панкратиону, Казахстан, город Атырау, 14 год. Чемпион Азии по боевому самбо. Победитель международного турнира ММА Исмаил Самани 3. Абдулла Волк Асламов. Красному углу. Боец команды Алаш Прайд Алматы, Казахстан. Возраст 24 года. Рост 178 сантиметров. Рекорд ММА. Одна победа. Ноль поражений. Ноль ничьи. Мастер спорта международного класса по джиу-джитсу. Двукратный чемпион мира по джиу-джитсу, Украина, 12 год, и Португалия, 14 год. Победитель международного турнира по смешанным единоборствам Алаш Прайд FC Талаба Дырлары. Алматы, 14 год, Ерлан Лев Тлеумбетов. Первый раунд. Занял центр клетки Асламов, но пока без ударов. Хороший удар с разворота. Правда, цели не достиг. Да, жестко начинается поединок. Ну, мы уже немало видели сегодня боев, которые начинаются сразу же в открытой манере. Я вообще могу сказать, что на одном дыхании проходит турнир. Вот.
Заряженная. Бодро, динамично, да. Заряженные оба бойца на удар. Бросается вперед Асламов, но Лиумбетов уходит от этой атаки. Выжидает, выжидает боец Алаш Прайд. Каждый боец ждет активных действий от соперника. Еще одна попытка удара с разворота, но видел все Асламов. Пока складывается ощущение, что оба бойца написали себе такой план на бой, как бы работать вторым номером, и вот тут небольшой тупик возник. Да. Ты второй, я второй. Дальше что делать? Подхватывает ногу сейчас Лиумбетов и опрокинул соперника. Хороший мидл кик. Вот теперь уже удар с разворота со стороны Асламова. Пока сотрясают воздух. Ну да, большинство ударов приходится в молоко, как говорится. Да, видно, что бойцы заряжены, каждый на жесткие удары, но каких-то таких активных, прям ожесточенных ударов и попаданий мы не видим, поскольку обоим неудобно. Хороший лоу-кик сейчас от Лиумбетова. Кстати, обрати внимание, что бой вот уже идет сколько времени в стойке, учитывая, что у одного парня, у казахстанского бойца база джиу-джитсу, и парень из Таджикистана тоже вот... Чемпион по панкратиону, по панкратиону, да. А тем не менее, ребята работают в стойке, стараются работать сериями. Да, причем еще не было даже попытки перевода в партер. Что-то типа К1 мы сейчас наблюдаем, пока что. ММА еще не начался в этом бою. Ох ты, это нокаут, это нокаут. Да, вот, вот это да. Давид, по-моему, вот этот поединок, это своего рода какие-то вот такие были боевые шахматы, да? Кто кого перехитрит, кто выждет, кто поймает. Ну и Лиумбетов поймал. Поймал так, что сейчас будут откачивать, похоже, Асламова и не одну минуту. Да. Присматривался, присматривался Лиумбетов. Бил по воздуху. Мы видели, какие размашистые были у него удары с разворота. И вот хай-кик. Сейчас мы посмотрим повтор. Да. Прямо в висок. И там дальше добивание уже было. И, собственно говоря, не нужно. Был вознагражден за свое упорство, да. Вот гнул свою линию. Похоже, до сих пор без сознания находится Асламов. Будем надеяться, что все-таки с ним все в порядке. Ну или так в состоянии гроги. Да.
За ринг выходит два по-настоящему профессиональных бойца. Вот такая вот жара происходит в октагоне. Поаплодируем бойцам. Бой вечера претендует, по крайней мере, вот все, что мы видели до этого. Ну или как минимум нокаут вечера. Вот мы видим на перчатках у Ирлана надпись UFC. Кто знает, как сложится карьера Ирлана Тлиумбетова. Для награждения приглашается почетный гость турнира FBAB World Tour Оскар Доски. Ну вот поднялся, мы видим все-таки Асламов. Единственный двукратный чемпион мира по боевому самбо. Арман Сункар Аспанов! В этом бою в первом раунде на времени 4 минуты 32 секунды глухим нокаутом одержал победу Ерлан Лев Тлиумбетов! Казахстан, Алматы, команда Алаш Прайд! Со 100% рекордом теперь идет Ерлан. 2 боя, 2 победы. Да, еще раз поздравляем Тлиумбетова Ерлана по прозвищу Лев с этой победой яркой, ярчайшей, я бы даже сказал, этого вечера. Ну вот, да, промахивался несколько раз Тлиумбетов. Были попытки такого же исполнения удара со стороны Асламова. И чем все закончилось, вы сами видите. Берите, пожалуйста, музыку. Құрметті бауырлар, құрметті қазақстандықтар, бір қуанышты жаңалық айта кетейін, Арман. Арман әлемнің екі дүркін байбай самбодан әлем чемпионы бүгін Балашолақ сарайында өткен әлем кубогының 4 кездесуін таза жеңіспен әлем чемпионы атанды. Құттықтап қояйық. И только аплодисментами провожаем спортсменов с октагона. Через мгновение начинается бой номер 9.